Лікарі усього світу звертають увагу на жіноче здоров'я, особливо на рак молочної залози. Саме про це будемо говорити сьогодні з гостею, яка прийшла до нашої студії. Юлія Заворотня, лікарка, онкогінекологиня. І дуже добре, що ми знову говоримо про жіноче здоров'я, бо сьогодні такий день, коли лікарі усього світу думають про цю проблему. І є цифри, от я зараз зачитаю навіть, що щорічно в Україні реєструється понад 14,5 тисяч нових випадків раку грудної залози. І 25% серед таких жінок репродуктивного віку. Тобто ми говоримо про те, що ці жінки могли би жити здоровими, щасливими і не мати ніяких проблем. А їм доводиться пережити такі проблеми. Чому? Чому саме? Доброго дня, Юлія. Дуже дякую, що ви, як завжди, приділяєте увагу жіночому здоров'ю. І сьогодні такий символічний день, коли всі розмовляють про рак молочної залози. І цифри, наведені вами, вони дуже правдиві. Ну, так сталося, що, мабуть, культури відносин до свого здоров'я ще не сформувалася така в нас культура. Тому ми маємо те, що маємо, і рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічної захворюваності у жінок. Тобто з усіх раків, які виявляються у жінок, рак молочної залози посідає перше місце. Такі цифри, вони насправді призводять і до смертних випадків, і можна сказати про те, що якби жінки зверталися раніше, можливо, цього б і не ставалося, але приходять тоді, коли вже пізно, і дуже часто так трапляється. Рак молочної залози. Чому саме така проблема настільки розповсюдженою є на сьогодні? Ну, буду вимушена перепросити вас, як завжди, перейду на російську, і не тому, що мені неприємно з вами спілкуватися українською, а тому, що, на жаль, все ж таки інформація сприймається поки ще нашими пацієнтками російською краще, вони краще розуміють. И вы действительно правы в том, что смертность достаточно высокая. Вы привели цифру, что 14,5 тысяч выявляется ежегодно. Да, это правда. И что четверть из них, то есть 25%, это женщины репродуктивного возраста. То есть это женщины, которые могли бы жить полноценной жизнью, рожать детей, быть счастливы в своем окружение, но тем не менее в силу разного рода причин этого не произошло. И если мы посмотрим еще на другую цифру, то 5,5 тысяч ежегодно умирает от рака молочной железы. То есть вы привели цифру 14,5 и 5,5, то есть треть женщин погибает от рака молочной железы. И на самом деле это очень устрашающая цифра, ведь рак молочной железы относится тоже к тем формам рака, которые могут быть профилактированы. И мы вернемся с вами опять к тому же, что если бы женщины уделяли ежегодно внимание собственному здоровью, то, соответственно, они бы не столкнулись с этой проблемой. А що провокує рак молочної залози? Можливо, жінка якось не так себе поводить. Ну, я не знаю, можливо, вона там, не знаю, не бережеться. Ну, от що може призводити? Можливо, в неї там в генах було закладено, що вона повинна була захворіти в якийсь час, можливо, там з 30 до 40 років чи пізніше. От ви що? Абсолютно праві, є наслідна предрозположеність заболіванням раком молочної залози. І сучасна медицина зараз дозволяє выявлять эту наследственную предрасположенность, определяя гены, мутации генов, которые могут приводить к этому. Но это всего-навсего 10%. Образ жизни – это тоже один из факторов. Один из факторов – это состояние стресса и недосыпание. Ось. Оце якраз треба всім почему? Потому что есть определенные циркадные ритмы выработки гормонов в нашем организме. И наш организм, он имеет возможность в определенные часы трудиться, в определенные часы отдыхать для того, чтобы восстанавливать свои силы. И когда не происходит полноценного сна, происходит сбой циркадных ритмов, и это тоже один из очень больших факторов риска по возникновению и рака молочной желези в частности. Пані Юлію, а ви запитуєте жінок, як ви спите, наприклад, чи ви часто нервуєтесь? Безусловно, каждый раз, когда общаешься с пациенткой, ты задаешь вопросы о том, какие стрессовые ситуации у вас могут быть, что происходит в вашей жизни, потому что пусковым механизмом для возникновения проблемы всегда служит какой-то вот такой стрессовый фактор. Він може бути одним, так, цей стрес, і жінка після нього може відчути якісь, не знаю, там зміни у своєму тілі, наприклад. Може бути так? Ну, если мы говорим о раке молочной железы, то, как и любые раки, на ранних стадиях они протекают бессимптомно, поэтому единственно возможным способом выявления на ранней стадии является самообследование молочной железы, которое мы все доктора рекомендуют проводить женщине раз в месяц. И технику можно посмотреть в интернете, технику проведения самообследования. То есть это достаточно несложно. Женщина, принимая душ, может раз в месяц провести самообследование молочной железы. И ее какие-то моменты могут насторожить, и это повод уже обратиться к врачу. Пані Юлія, а от що повинно насторожити жінку в будь-якому випадку? Якщо, наприклад, вона побачила щось, це зрозуміло, а якщо вона, наприклад, перенервувалася дуже серйозно, і через деякий час вона відчуває, що щось не так, от їй дискомфортно. Краще ж перевіритись і дізнатися, що все добре, так, аніж жити і думати, що, можливо, цей стрес буде причиною для того, щоб потім отримати вже серьезную проблему. Конечно. После стрессов, как правило, происходят какие-то дисгормональные различного рода состояния, и это может быть либо нагрубание молочных желез, либо боль в области молочных желез, либо появление каких-то выделений из сосково-молочных желез при надавливании. И это все те моменты, которые нельзя оставлять без внимания, и в таких случаях женщине нужно обязательно обратиться к доктору. Но все равно одним из факторов, которые должен, ну не факторов даже, наверное, я неправильно сказала в этом случае, а культурой отношения должно быть ежегодное профилактическое обследование молочных желез, потому что проведение УЗИ молочных желез до 40 лет пациенткам или же проведение маммографии после 40 лет – это те скрининговые методы, которые позволяют выявить проблемы, когда они будут еще на ранних стадиях, то есть или же какие-то фоновые состояния, на фоне которых могут впоследствии возникать предопухолевые, опухолевые состояния молочных желез. Якщо ці фонові стани вже є, і ви побачили зміни, то, мабуть, швидко можна прийняти міри, і насправді жінка, можливо, і не буде потребувати хірургічних втручань і так далі, і так далі, так? Ну, от, що можна їй рекомендувати в такому випадку? Конечно, если мы говорим о различного рода мастопатиях, которые могут быть у женщин как дисгормональное состояние, да, это все коррегируемые вещи. Те же самые фиброаденомы, то есть доброкачественное образование молочных желез, не всегда требует хирургического лечения, то есть это уже определяется в зависимости от каждой ситуации конкретно. Но если эти заболевания, эти состояния не лечить, то, соответственно, да, на их фоне может потом впоследствии возникать опухолевая патология молочных желез. И как это ни прискорбно, запущенных раков молочной железы достаточно много. И наши женщины для того, чтобы не идти к доктору, то есть готовы претерпевать огромные такие вот проблемы. Это выраженный болевой синдром, то есть когда уже молочная железа с распадом, и это у молодых женщин, это, конечно, недопустимо. Тобто болять груди, так? Мало того, что это боль, и это уже визуальная форма опухоли, которая видна, да, которая видна, но наши женщины, они зачастую идут по пути народной медицины, нетрадиционной медицины, то есть они по своему усмотрению производят какие-то примочки, принимают какие-то настойки и считают, что все это пройдет, но когда это все не проходит, а это не может пройти самостоятельно, безусловно, тогда уже в крайней ситуации они обращаются к врачу, очень прискорбно, потому что тогда, соответственно, рассчитывать на положительный результат практически невозможно. Чи може рак молочної залози провокувати інші види онкозахворювань? рак молочной железы, он не сам по себе провоцирует другие виды опухолевой патологии, а уже если в организме, как и у любого человека, есть скомпрометированность по онкопатологии, то есть есть одна из локализаций, то, соответственно, может возникнуть и другая локализация. И с учетом того, что молочные железы напрямую связаны с гинекологическими органами, то, соответственно, нарушение баланса гормонов может приводить к тому, что женщина с раком молочной железы может столкнуться с предопухолевой и опухолевой патологией гениталий. Наиболее часто такие женщины сталкиваются с так называемой гиперплазией эндометрия. То есть это утолщение слизистой полости матки. И всегда женщины в процессе после лечения опухолевых патологий должны обязательно консультироваться у гинеколога и контролировать это состояние. Потому что тот объем терапии, который применяется при раке молочной железы, он предопределяет собой длительное лечение. И зачастую женщины принимают гормональную терапию на большой протяженности времени, и контролировать состояние эндометрии нужно обязательно, потому что на этом эндометрии может формироваться предопухолевая и опухолевая патология. Чи можна отримати безпліддя, якщо ви, наприклад, звернулись досить пізно? Чи можна потім, ну не знаю, там вийти на той рівень, коли ви вже нічого не можете зі своїм здоров'ям зробити? Ну це, можливо, там 3-4 стадія вашої хвороби. Я чому звертаю увагу на це питання? Тому що якби це було раніше, то, можливо, не було би таких от серйозних наслідків. А якщо це вже 3-4 стадія, то чим це може бути для женщины страшно? Каждый раз мы говорим о том, что профилактика всегда значительно эффективнее, качественнее и дешевле, чем любое лечение. И все-таки каждый раз мы говорим о том, что нужно профилактировать. Профилактировать можно только лишь тогда, когда осознанность поведения каждой женщины будет такова, что она будет понимать, что обязательно необходимо пройти ежегодное обследование, которое позволит убедиться в том, что в ее организме все в порядке. Если даже женщина сталкивается, то есть выявили проблему на ранней стадии, то правильный и качественный объем лечения позволяет женщинам с раком молочной железы сохранить репродуктивную функцию. Так, то есть такие женщины имеют шанс беременеть и вынашивать, и рожать детей. С определенными, конечно, безусловно, трудностями, которые, то есть помимо того, что женщина будет консультироваться у акушера-гинеколога по беременности, наблюдению у мамолога, то есть в этом тандеме. Але є вірогідність того, що все буде добре, так? І вона, як жінка, не втратить своєї репродуктивної функції. Да, конечно, эта вероятность есть, но, тем не менее, вы понимаете, беременность – это то состояние женщины, когда она должна находиться в состоянии комфорта эмоционального, в радости, ощущения вот этого ожидания, этого чуда, а не, как я говорю, жить на пороховой бочке, из ситуации рванет или не рванет. Поэтому значительно комфортнее, да, когда пациентка здорова. Но если уже так сложилось, то есть и шансы, конечно, и после начальных стадий рака молочной железы выносить и родить здорового ребенка. Если мы говорим о запущенных раках молочной железы, тут уже, конечно, все намного сложнее. Почему? Потому что рак молочной железы достаточно часто и прогрессирует, и это тоже может отложить вот такие вот планы женщины и привести их вот практически к такому, ну, знаете, призрачному, чему-то нереальному, нереализованному. И опять же таки мы говорили о том, что треть женщин погибает от в течение першого року. Не хотілося б, звичайно, завершувати на цій ноті, але ж ми вже достатньо говоримо про профілактику, і добре, що ми звертаємо увагу на цю проблему. Весь світ звертає увагу, так? Я про це зараз ще раз наголошую. Кожна жінка хотіла би бути щасливою і розуміти, що у неї все попереду, що в неї можуть бути діти, що вона може подарувати комусь іще щасливе життя, так? Тобто, насправді, коли жінка все це буде розуміти, то, мабуть, один раз на рік прийти до лікаря і з'ясувати, що все добре з вами, це краще, ніж потім зіштовхнутися з такими неприємностями, а ще гірше, коли ці неприємності потім відображаються не лише на вас, але ще й на ваших близьких. Тому я вам дуже дякую, пані Юлію, що ви сьогодні змогли довести, що треба ще раз приходити, слідкувати за собою, любити себе, так? Розуміти, що в цьому житті немає нічого неможливого, лише треба захотіти і зробити перший крок, а далі вже буде легше і простіше. Да, як завжди ми з вами говоримо, все должно бути із любви, із состояння любви к себе. То есть, и вот когда наконец-то наши женщины научатся, что ценнее и важнее их здоровье, в них нет ничего, когда они сами будут вести себя осознанно, своих детей приучать к тому, что вот с маленького возраста, что здоровье – это самое ценное, и оно очень легко утрачивается, но никогда не восстанавливается даже за очень большие деньги. И вот тогда мы, наверное, все-таки придем к тому, что наша медицина станет профилактической. И я каждый раз не устаю повторять, что я верю в то, что у меня, у моих коллег обязательно когда-то наступит тот день, когда у нас станет меньше работы. Потому что больных пациентов много. И это всегда стрессовая ситуация. Посещение онкологического диспансера не самое яркое впечатление, которое должно присутствовать в жизни каждого человека. Ярких впечатлений в жизни много. Поэтому я желаю всем нашим женщинам испытывать яркие, приятные эмоции, дарить любовь окружающим и испытывать, принимать эту любовь обратно. И вот тогда все будут счастливы. Я вам дуже дякую, пані Юлію, за такі чудові слова. Всі, звичайно ж, будемо здоровими, будемо слідкувати і за собою, і за своїми близькими. А зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.